Это совиный тупой вопрос, можно? Ну. Да не кастуют эти колосы большие. В какой-то момент такую билиберду хрен знает. И бьет всех, а уехай вокруг. Да? Лифт уехал. А клоун остался. А, ой, прости. Эта хрень тайфуном сбивается? Есть ли смысл ее сбивать? Хуй знает. Просто вкачал, можешь, я разок попробую, есть смысл просто в этой фигне или нет. А это нормально, что я свой труп в инсте вижу и у него стою? Да. Давайте подходим быстрее, время не тянем. А чё все стоят? Да все прыгают вниз. Дайте перрон, нахуй! А, разобьюсь! Бля, хорош. Ах, блядь. Здесь все зашли? Какого хуя вы прыгнули? Я не знаю. По привычке. Так здесь по трубе залезть, как в прошлый раз. Мы к гидросу. Ну, к гидросу. Пошли, прыгаем. Меньше трэша. Блядь, как тут идти? Ёбаный в рот, я рыбку сагрил. Прыгай наверх. По воде хождение, дай себе. Куда вы пошли? Босса, куда вы попали? На гидроса. Ну, короче, суманюсь. Моса, выходи с формы. Бычьи головы в ДЦ, и я бы посоветовал на гидроса еще шерпестулу в ДЦ. В ДЦ? Ну, там танков да. Ложат, реально. Танков складывают только так. У вас два хулипавана. Я тоже лагаю. Ой, ебать, красавчик. Кстати, фризы вообще ужасные. Не пойму, ой, что ой, это. Ой, ой, плесните нахуй трупом. У меня нет цели. Так, я еще за Стасим не был. Ой, блядь, Стасим, сука. Опять. Ну как это, Стасим? Что ты постоянно люди, говоришь, что 7? Что знаю, куда идти. Уйдите нахуй с шкафа, блядь, жирные. Слишком далеко. Чё у тебя волына? Простя. Ярости недостаточно. Ну, сейчас умру. Ну, пока. Ну чё, будем трэшбить? Чишо. Сейчас будем трэшбить. Да. Все тут, кроме Тёмы. Ну так давайте тогда, чё его ждать? Готовьтесь, если что, вниз спускаться. Сейчас этих лягушек сагрят. Котла становится лидером группы. Раскатов убейте, чтобы они не скидывали никого. Всех жесткие фризы. Ужасные. Частота смены вместо сотки 30. 314 МС. Они фризят, просто частота меньше. Я пока не чувствую. В целка чувствовал, а сейчас нет.
Давайте, идем наверх все. И разбегайтесь. Вот здесь. Лидера сюда давай. Двое. Разбегайтесь, сразу рейнджу держите, если что. Вливайте по боссу РДД. Когда он эту фигню кастует, может, тайфуном сбивает, не? Не надо, я на свою стою, не надо. Сзади идёт. Я-то не сзади идёт, подвиньтесь. Бери второго. Пусть не Алиса ловит. Блять, я вниз. Или сомалийский ты его, ага, я понял. Запрыгнул. Ренжу набрали? Милики, можете вниз прыгать или вообще туда я ближе к боссу упала. Отходить. Что за сука дикие фризы, мне это бесит. Попробуй без дискорда. Вот просто посиди без дискорда, перезайди минуту и посмотри. Выше, выше. Ну, это, блядь, пиздец. Все, ну, либо да. Сбегаться, либо от лужи умирать. Добивайте. Этого бьем все. Еще что-то варом понерфили, вы что, ебанулись на? Сейчас кажется, что у ДК личный удар так порезали, что он бьет максимально скрытый 2 коса. А ФДК говно. Согласна. А ДК говно, ФДК говно, БДК топ. А ДК нормально. Но взрыв, там не от ДК, а взрыв трупа нормальный, а все остальное говно. ДК без Т4 бесполезный, сори. Зайдитесь! Зауешили. Слышно меня хорошо? Угу. Биби, да. Сверни, как его, Вовку, посиди минуту и зайди заново. Ну, то есть сверни на обратно. По крайней мере, у меня какая-то полагало. Хуйня с сервом порезали. Был, походу. Резаем людей. Агро. Резать. Ядро собьё. Так, для справки. Ну-ка, линкни на Т5 на ДК. Руку поставишь, что ли? Линкни Т5. Так, рейд. Или гильдия. Линкану в рейд. Пэта убери. Подходим все в уголок быстро, пока я тут набираю фласки, флипот и тому подобное. Пробивание брони зачем? Блять, слишком дохуя что-то надо. А вообще нужны эти пробивания брони? Войд мастер их делать или нет? Ты про что? Пробивание брони эликсиры? Ну, в смысле, не эликсиры эти, на увеличение брони вары пьют перед полом. А, да, делаем. Да, вары пьют. Шо? А то я что-то вчера наделал, думаю, надо, не надо. Идите в угол, убивайте моба. Следующего. Бери, отлично. Подходим сюда. Зинде обмен даем. Мы его под сопротом ввели или под чем? Под ДД? Нет. Под... Нет, ДД просто. Танком сопротом. Вот и только танки вроде пили. И все. Там не больно летит так-то. Да здесь физика летит. Здесь сопрота не надо. Я в смысле по мне летело очень мало. Если только на мне не метка была, которая этот стан дает, и все. Например, Вик не пашет Т5 на армсов, на одном боссе, когда босс, этот, второй, третий фласки. Босс.
фласки припоты получаем у звезды быстрее только. Сомалийский в танка. Арчи, Сауру конял. Дикой или хоста? Дикая, да. А как вот думаете, вот у этой трини есть КД? Она на эрдру вообще сумасшедшая. Сегодня в РБК я видел эрдру с ней. Это просто бешеная тринь. И чё она... Щитует это как трав. Да, она всех щитует и хилит там. Нет, в смысле, там, у нее нет КД, она прям щитует, нету. Щитует и щитует, да? Да. Ничего себе. Ну, баганая. Ну, почему только на ресо-друид на холли приста тоже зайдет нормально через обновление? Дикой на ДЦ зайдет. Еще доп щиты. Стопнули флот дикой или чё? Быстрее получаем. Окей. Okay. А, блять, отсылка не было. Думаю, что я так по приору спустился. Чё кому фласки? С припотами. Обмен. А вот у ДЦ есть вот этот символ щита, он дополнительно дико или хосты кидает. Как думаете, будет прок от этой трини? Вы заебете. Дико или хосты? Это обсуждение, ребят, блять. Будете обсуждать вне рейда. Дико или хосты? Прось, завязывай. У тебя есть мне? Угу. Чё кому? Все остальные получили, да? По тактике, соответственно. У него две фазы. Есть фаза чистая, есть фаза грязная. Соответственно, фаза чистая, она проходит здесь. Танчится бой. Далее. Когда ребята его переводят, когда на танке 4 стака ледяного знака, соответственно, его переводят вот сюда. Далее. Всем надо стопнуть ДПС, потому что при переходе, то есть, когда он выйдет с платформы, сейчас метку поставлю зеленую, вот эта платформа. Когда он с нее ступит как квадратику, появится 4 элементаря, начинается фаза грязная. Если сорвать босса и он уйдет обратно на платформу, сразу же наступит фаза чистая. Но что при каждом переходке он сбрасывает агро. Надеюсь, понятно. Дальше. Ваш, ребят, приоритет — это залить мобов. Сначала дать надо поставить босса, то есть стопнуть ДПС, дать чуть-чуть поднагрить, то есть на пульщике, Эльрей, Морфис, Клыкач, с вас напуливать при переходках. Здесь понятно. У нас здесь 3 танка, Эвинар будет на боссе, микстурка сомалийская, не на трэш. На Эвинара будет слишком много трэша, потому что она в анхолике. Надеюсь, понятно. Я вам прости. Все норм.
Соответственно, если ты с тебя босс сорвется и пойдет по рейду, пеняй на себя. Я тебя предупредил. Можешь сорваться только на крепкости. Так, соответственно, ребят, если все правильно сделать, мы убьем его с первого пола. Соответственно, также 4 знака на грязной стороне будет, 4 знака ядова, не помню, как он называется. Соответственно, его переводят обратно в крест. Соответственно, если он вступает обратно на эту платформу, где стоит меточка трусы, появляется фаза чистая, появляются еще 4 моба. Если вы загрите его вот отсюда, где стоит звезда, соответственно, опять же перейдет грязный. Будет дохуя слишком трэша. Так что, ребят, стопаем ДПС. Алиса, у нас 3 ШП в рейде, ты в этого, во фроста своего обоссанного спекаешь. Ты нормальная? Это во-первых. Во-вторых, Алиса, зачем тебе кольцо с блоком щита? У меня кольцо с блоком. Так. Забей, Алиса, спекайся в анхолика, пусть спекаются нормально. Тебя посрывают по одному мобу, то будет достаточно. 2 холипала тебя будет держать на... Так. Виби где? Виби здесь. Виби, походу, нету. Он написал то, что он комп перезапустит. Написал, что комп, значит, ждем. Соответственно, по тактике я вам объяснил. Главное, ребят, не сорвать агро. Это самое главное. А как понять, что переход по фазе идет? Переход по фазе, когда он, видишь, меточка трусы. Ага. Когда он сойдет к метке квадрата, то есть вот, вот эта платформа, где я сейчас бегаю. Когда он с нее сходит сюда, начинается вторая фаза, как его, нечистого. То есть появляются мобы. Если его сорвут и он заберется обратно, появляется еще 4 моба. То есть у него как такие фазы меняются, как он, на 4 стаках на танке. Иначе танка нахуй шутит. Я пока не могу использовать эту Двигается босс, стопайте ДПС. Вот и все. Если добиваете адов, а босса не трогаете. В смысле, да. Логично все. Это да. Конечно. Тут вся игра на пулах. Он грамотно отыграть, а все остальное. Лишь не забудьте держать, пожалуйста. Курите. 4 минуты я вам даю, Виби сейчас зайдет. Виби резает комп. Через 5 минут не будет, ну через 4. Светится. Надо кеш почистить, нахуй. Пиздец, меня ей-богу показывает рейдинг блокирования щитом, блядь. Не знаю какого хуя. Потому что так и есть. Нет, это кеш 6-10 полюбасу. Это уже было такое шеем и т.д. и т.п. Но шея мне нормально показывает. Может, я обнову не скачал какую-то? Ага, вышла обнова, а теперь на этом кольце блок щитом у себя будут хуесосить. Ша, я сейчас кэш почищу, обнову скачаю. Ладно, ну хотя бы на меткость хуйня. Finish him.
звезде дай. Дам тебе паску припасу. Видел тебя. Блин, почему он так долго летит? Я уже второй раз до бесплатных земель не долетал. Ты что, на X1 еще не открыли целка? Нет. Чего тебе по времени? Качал уже? 91% пока что. Почему у меня было появляется только через полгода? Чё ты заходишь? 98% и стало. Закрой браузер, беру би, проверку пройдешь и зайдёшь. Всех завис. Да. Красу мастера. Дождались. Ну, главное, что не на бой. Ну, мины святилища, пиво собирает. А. Да еще немного, его обвафлят. Вообще никто ходить с ним не будет. Да вам-то какая разница, будет с ним кто ходить? У него просто не допиздят, и все. Ну, это человек-паразит, если вот честно. Он паразитирует на нормальных гильдах, на нормальных пацанах, которые как бы его тянут. По большому счету, его уровень замага оставляет желать лучшего. Вот он Он вывозит на таких чуваках, как вот Метис, вот это вот Умора, там и же с ними, там неплохой холипал у них есть. Ну, вот. Пиво, сука, ты не был вчера с ними в рейде, да? Да, понимаешь, мне не надо быть с ними в рейде, чтобы сложить впечатление человека. Я не знаю, 38 или 36 кам Метис дал на сутки выход. Ну, я про Метиса ничего не говорю. Он может больше выдавать, но ладно, это не об этом. Он нормальный ДПС. Понятно, он тестит, он молодец. Что-то где-то он не дожимает. Ну, это мне так кажется. Но я пью пиво, блин, настолько посредственный маг, насколько только возможно. Просто вот если сравнивать и по стабальной шкале, допустим, турбо и я пью пиво, то уровень игры турбо где-то 90-95. Вот,
близко к 100%. А вот опью пиво это где-то 30, там максимум 35, вот, понимаешь, вот в выжимании своего персонажа. Уровень турбо 80. Турбо? No. Лучший маг. Просто А. Хорош. Прогиб защиты. Люблю турбойса. А вот это А было, это типа, как его, как у, нет, у пацанов полюция, а у баб, как это называется? Эрекция. Какая эрекция? Эрекция, скажи. Эполюция, ты когда кончаешь во сне. Короче, сложно. Блин, но вы поняли. Сквиртинг. О, точно, сквиртинг. Сквиртануло так потихонечку. Аж поляшком потекло. Турбо просто потрясающий. Этот человек покорил мое сердечко. Я знаю то, что Турбо меня ненавидит. Алекс. Ага, ага, Алиса, блядь. А как он к тебе приезжал, ты его просто проигнорил. А так я думала то, что он типа рофлит, типа я приеду, блядь. Кинул пацана, поебал он, а? К тому же, что мне делать с ним и его серыми друзьями, блин. Ну, это ты пока маленькая, неопытная. Вырастешь, узнаешь. Тупые мужики. Ой, сходили на это. Ага, да я будет. Он заходит. А у меня не заходит. Заходит. Так надо разрабатывать. У меня нихуя. У меня появился значок орды сбоку, да? Где? Опять какую-то наркоманию в вакханалию вводят. Типа, если у тебя персонаж ордынский, то у тебя ордынский знак, если альянсовский, альянсовский знак. Он разве не всегда был? Не знаю, я только заметил. Сразу видишь, заходит фармер, пацан.
Ой, господи, сейчас опять тут заново. Трэш этот бить, ну мой рофлит. А чё, трэш тоже есть, да? Ну так нас всех с инста выкинуло, по идее инст должен обновиться. Мы ж босса не убили, мы без КД. Ну ничего, быстро убьём. Давайте заходим. Блин, лучше бы они престол фапнули. Ух, замечательно, я скелетик. Не задохуя ты хочешь, ну? Так самую малость. Лучше бы они мастера пофиксили, чтобы он 5 секунд квест давал, и чтобы его в рейды не брали. Люблю тебя, мастер. Если он будет 5к давать, тогда он будет танчить. На автотке меньше до 5к. Кого надо засмонить, плюс в чат. Мои, блядь, руки за... Нихуя, 4 куска-то, блядь, нормальные на армсу оказывается. А ты думал? Куск крови теперь срабатывает раз в 3 секунды. Так, мосс отошел. Блядь. Так а чего, страшной? Повезло. Не. Бузер рейд. Да. Ладно, сейчас. Тыкаем. Пошлите мобов сольем, потом будем... Блин, где?